Ночь. Я один в темном лесу. Накрапывает дождь. Мне очень холодно, но у меня не будет другого шанса. Именно в этом самом месте и в это самое время должен явиться человек, который сказал, что выполнит любое мое желание. Дело было на набережной города Кострома. Я ведь сначала не поверил, решил, что он старый сумасшедший. Но хохмы ради загадал бутылку кока-колы прямо из Америки и чипсы со вкусом брокколи. В ту же минуту он достал их и вручил в руки мне, заявив, что у меня осталось еще два желания. Я был сильно удивлен случившемуся, но все равно не поверил в увиденное. Приняв бутылку и чипсы, я принялся их есть. Это действительно была кола и чипсы со вкусом брокколи. Поев, я спросил его, как он смог такое провернуть, на что он ответил мне, что не раскроет этот секрет. В тот момент я решил, что друзья решили меня так разыграть. И тогда я попросил у него, чтобы весь мир погрузился во тьму. Я не знаю, что нашло на меня и какой черт заставил меня произнести это, но стоило мне произнести, как солнце исчезло, словно его никогда не было. Сразу же стало невероятно холодно. Я не видел почти ничего. Лишь включив фонарь на своем телефоне, я смог разглядеть старика. Его глаза горели красным цветом, словно не человек передо мной, а сам сатана явился. Тут я и понял, что искал он именно такого, как я, дурачка, который сам не знает, чего хочет. Последнее мое желание он готов был исполнить, если я смогу дойти до этого места, после чего растворился во тьме, которую я же сам и призвал. Я пришел на это самое место! Я хочу сейчас только одного, чтобы тьма покинула землю и больше не возвращалась.